Тарас. Блядь. О, 1.5 метра. О, молодец. А сил уже нет. Вот это офигенный рельеф. Вообще красава. На 125-ке-то. Ноги короткие. Не сдал. В Крыму такой хуйни. 800 метров и все вверх. Вот там Всеволожск начинается, за камнями.
Не сдал. Нихуя. Красавец, вообще супер! Бля, почти получилось. Не успел прыгнуть ногами. По лицу коллега. Fuck you all, I'm negative creep. Туда.
Да, да, да. Ваши трассы. Надо нам сюда хуярить. Ох, блядь. Сука. Что-то не идет. Вилка течет? А? Может быть из-за того, что вилка течет. Ну, короче, как-то меня кидануло. И я не попал. Ну в... вот он, да, такой весь какой-то. Ну тебе подвеску надо, конечно, отслужить. А. Вот, так что заебись. Вот тут так подкидывает, прикольно, бля. Сильно не разгонишься. Но на самом деле надо просто больше скорости. О! Вообще красиво. Красиво. Там уже скорее заехал, чем не заехал. Молоток-то раз. Только он специально прям на камень трубой едет. Опа! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Это просто супер! Заметил, я не упал. Просто съебал красиво. А? А? А, бля!